Здравствуйте, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 25 июня 2018 года. Я побывал, как и многие из нас бывают здесь. Это улица Шевченко. Я прошелся от Сенной до Куйбышева. Это 600 шагов, где-то метров 400. Все мы знаем, какая здесь отвратительная дорога, но на данный момент я хотел бы акцентировать внимание, даже в местами я снял фотографии глубину провалов в асфальте. Будет ли ремонтироваться эта дорога? Не факт. Я не удивлюсь, если эту дорогу еще очень долго не будут ремонтировать. Движение оживленное здесь, но даже не собираются власти почему-то. Может, они не знают, я думаю, знают, но не хотят. Почему не хотят, не знаю, но что для меня немаловажно, что частично на этой улице организована платная стоянка. Берут деньги за парковку, но брать-то берут, а тратить никто не собирается ни во что. Ни те, кто собирают за стоянку, ни сами власти не собираются ремонтировать эту дорогу, к сожалению. Но вот такая вот ситуация. Всем хорошего настроения.